живут люди, бескомпромиссные и в то же время очень добрые. А еще вместо того, чтобы воевать, армяне танцуют. Например, танец Берд, что в переводе значит «крепость». Скажи, что же значит этот танец, Берд? Берд показывает силу армянского мужчины, силу его воли. Мужчины встают друг на друга, символизируя собой крепость, чтобы показать силу нашего народа. Но ведь в танце участвуют не только мужчины, но и женщины. Традиционно этот танец танцевали только мужчины, но в современной версии танцуют и девушки. Они подчеркивают мужественность танцоров, их мощь. Ну и с девушками, конечно, просто красиво. Соглашусь. Девушки всегда на контрасте оттеняют вот эту силу мужскую. Без девушек никуда. Да. Но признайся честно, сложно танцевать? Нет, это сплошное удовольствие. Когда танцуешь с любовью, никакие трудности нипочем. Ну подожди, ну а когда ты залезаешь на плечи своих партнеров, там же высоко, не страшно тебе? Нет, не страшно. Адреналин, конечно, есть, но это другой адреналин. Ты чувствуешь огромную ответственность. А ты помнишь первый раз, когда ты залез на эту верхотуру? Конечно. Мне было тогда 14. Я танцевал этот танец впервые. Мне казалось, что весь город на меня смотрит. Я страшно боялся подвести взрослых танцоров и в то же время был безумно горд, что мне доверили быть частью всего этого. Знаете, я очень хорошо поняла, о чем говорил Артур. Потому что буквально через несколько минут оказалась на его месте. Движение танца я повторяла очень старательно. Никак нельзя было подвести такого учителя. Ложись вот этот еще раз. Вот этот еще раз. Оп. Ага. Раз. Ага. Два. Ой, незамысловат вообще. Два. Ага. Мек, еркус, ерек. Ага. Мек, еркус, ерек. Ага. Все. Подождите, вы браво, еще ничего не выучила. Браво они. Вы такой браво. Ереван заставил меня задуматься над важными философскими категориями. Здесь оружие превращают в украшение, а говяжью голову во вкуснейшее блюдо. Здесь не лишены чувства юмора и не мыслят любви без веры. Здесь понимаешь, что иногда все иначе, чем кажется. Это я забираю с собой.